Символ птички – гарантия качества. Макфа представила инновационные продукты на крупнейшей международной выставке еды «Галфуд» в Объединенных Арабских Эмиратах. Макфа традиционно работает на выставке при поддержке Российского экспортного центра. Предприятие – участник госпрограммы «Сделано в России». Компания на протяжении нескольких лет подтверждает сертификат с символом птички, который позволяет активно продвигать продукцию за рубежом. На коллективном стенде России Макфа представила различные линейки продукции. Это инновационные функциональные макароны, мука, гречка. Делегация Макфы ведет активные переговоры. Есть уверенность, что по итогам выставки будут заключены новые контракты. Позитивно у нас, наверное, в этом году даже четвертого квартала прирост в ценах на 30%. Но мы, на самом деле, я считаю, это ребята поставлены задачи два раза. Макфа в числе первых бокалейных компаний России вышла на рынок Ближнего Востока и стран Персидского залива. В Арабских Эмиратах компания работает с 2014 года и на сегодня является одним из крупнейших экспортеров товаров повседневного спроса. Южноуральское предприятие закрывает потребности внутреннего рынка и одновременно показывает ежегодный рост экспорта. Все это благодаря стабильному качеству, расширению ассортимента продукции и мерам поддержки со стороны государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.